Согласно древней легенде, на дне Эгейского моря скрывается черная жемчужина. Многие пытались ее найти. Каждый мечтал преподнести такой подарок своей возлюбленной. Но ни один не смог завладеть жемчужиной. Никто не вернулся назад. Жемчужина прячется в самой глубине коралловой пещеры. Добраться до нее почти невозможно. Только рыбы заплывают туда. Говорят, поиски жемчужины безнадежны, потому что она заколдована. Но я вернусь. Кинан, дай слово, что не поплывешь за ней. Измир Илдыр. Ты будешь красавицей. Иди-ка. Знаешь, что я думаю? Здесь в одну линию, в две, может, в три, не знаю, украшу камнями. И здесь тоже будет очень красиво переливаться. Отлично, мама. Дочка, дорогая моя девочка. Моя красавица. Ну, идем. Доброе утро. Доброе утро. Куда собралась в такой час? К Зене, папа. Передавай от нас привет. Если она на встречу с Кинаном, то пожалеет. Нет, при чем он здесь? А если и так, кроме тебя, все считают их помолвленными. Потому что я один умный. Помолвлены, еще чего. Ему не это нужно. Перестань. Он столько раз пытался просить руки, а ты избегаешь разговора. Хватит, Халил. Не видать ему моей дочери. Закрыта тема. Посмотри, как мы живем из-за него. Да, из-за него. Если бы Кинан не рассказал полиции о вашей находке, ты до сих пор бы был в тюрьме. Благодари парня. Что ты такое говоришь? Мне благодарить? Мне? Да мы бы второй магазин уже открыли. Если так пойдет, мы отсюда переедем. Дочка, после завтрака помоги нам с матерью. Много работы. В свой выходной не буду мыть мидии. Уж извините. Эй, кому говорю? Тише. Не трогай ее. Всего один выходной. Оставь ее. Но... Что «но»? Что? За этим «но» хорошее не следует. Прошу, не говори так. Разозлила меня. Сказала, ты мне не мать, не приставай. Я и Брус Хазал не различаю. Я рядом с момента ее рождения. Я ее выкормила. Я. И я стал отцом, Хазал. И об этом поговорим. Не говори так, прошу тебя. Она до сих пор не признает меня матерью. Мне просто обидно. Да что, Ибру, ты лучше о Хазал побеспокойся. Считаешь, что обычный рыбак для нее хорошая пара? Раз ты как мать ни слова не говоришь, что ж, тогда придется мне сказать. Милек, я серьезно. Так не пойдет. Если у этого труса есть смелость, пусть придет и попросит руки Хазал. Посмотрим, позволю ли я. У меня для него нет дочери. Добро пожаловать, господин Вурал. Как путешествие? Хорошо. Хотите, поеду с вами? Нет, еще увидимся. Thank you.
gelsin gelmez bu acı bitmez çaresizim çaresiz gün gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca dert eder. Хорошего улова, Салих. Спасибо, милая. Кинана еще не было? Еще нет, но скоро будет. Кинан не ставил сети. Видел, он направился на Хиос. Я кликнул, но он не услышал. Черная жемчужина. Салих? Постой, зачем же сразу паниковать? Он, конечно, сумасшедший, но не настолько. Знает же, что это слишком опасно. Кинан, только не это, прошу. О, нет. Вызываемый абонент в данный момент недоступен. Фух, так не пойдет. Я не могу просто ждать. Ладно, ладно. Прыгай в лодку. Поищем его. Кинан плывет, вон он. Сказал, к тебе. Ты спятил? Я чуть с ума не сошла. Вернулся же. Кинан, мотор просто зверь. Здорово. Пользуйся на здоровье. Спасибо. Долго ждала, любимая? Иди сюда, иди. Секунду, только лодку привяжу. Опять плавал за жемчужиной. За жемчужиной? А, значит, ты в курсе. Прости меня, любимая. Не прощу. Даже не извиняйся. Послушай, больше никогда не поплыву за жемчужиной. Клянусь тебе. Если нарушу клятву, пусть сквозь землю провалюсь, хорошо? Обманщик. Обманщик? Посмотри на меня. Смотри. Смотри, смотри в глаза. Разве они могут тебе врать? Клянусь тебе, чем хочешь. Поплыву еще раз, и я не мужчина. Пусть судьба меня покарает. Договорились? Теперь веришь? Не веришь? Ладно. Я рада, что ты вернулся.
Раз больше не злишься, идем? Куда? Сюрприз. Идем, идем прогуляемся. Подожди, сумка. Приятель, присмотри, пока меня не будет. Я получила список приглашенных. Будет 200 человек. Хорошо. Вы приготовили комнаты в отеле? Да-да, все готово. Отлично. В Урал. Надеюсь, он придет на свой день рождения. Не будет, как в прошлом году. Придет. До завтра я смогу его убедить. Господин Вурал! Нет, осторожнее! Прошу вас, не надо! Пусти! Что-то случилось? Срочно приезжайте! Господин Вурал не в себе. В этот раз все иначе. Утверждает, что правда видел Нази. В чем дело? Что-то с Вуралом? Он в порядке? Где Синан? Он смотрит землю. Под новый отель. Кого он обманывает? Кого? 35 черная. Сколько ты уже проиграл? Синан, я тебя спрашиваю, сколько проиграл? Немного. Ты сейчас же возвращаешься в Измир. На дне рождения брата ты будешь с нами. Как же я голоден. Сначала скажи, куда мы едем? Хорошо, не говори. Вообще-то ты не заслуживаешь, лучше рыб покормлю. Стой, стой! Подожди минуту, рыбу кормить. Дай кусочек, и я скажу. Честное слово, один съем и скажу. Сначала поем, потом поговорим. Говори. Плывем в... Что? В плывем... Мы? Мошенник! Я же сказал, сколько повторять? Очень вкусно. Дашь еще? Да, еще очень вкусно получилось. Дай. Bütün bunların ardından sadece göz yaşı kalır.
Как ты? Как ты, дорогой? Что опять случилось? Давай, расскажи мне. Я хочу знать. Расскажи. Не могу, мама. Я не могу дышать без нее. Пройдет. Я обещаю тебе, пройдет. Не пройдет. Не проходит. Она не отпускает. У тебя опять галлюцинации? В этот раз все иначе, мама. Ты не мог видеть Нази. Ты пил? Не пил. Она была еще красивей. Еще моложе. Словно фея шла к морю. Ты не принял лекарство сегодня? Принял. Чтобы ты не видел. Это мираж. Ты слышишь меня, сынок? Видение. Если то, что я видел, мираж, то это самый желанный и прекрасный мираж. Пойдем, аккуратней. Все, я открываю. Подожди минуту, потерпи. Ладно, не открываю, но поторопись. Откроешь, потерпи. Тут камень. Давай осторожно. Хорошо. Так, стой. Да, готово. Можешь открывать глаза. Могу поверить. Что это? Ты достойна большего, но я старался. Идем. Откуда это, Кинан? Сегодня попрошу твоей руки. Будет ли дома твой отец или нет, его проблема. Твоя мама ведь не против. Ты серьезно? Я серьезен с самого начала, моя прекрасная. Хорошо. Значит, сегодня будет наша помолвка. Наконец мы поженимся. Именно так. Хватит с господина Халила ожидания. Как твои дела, подруга? Спасибо, все хорошо. Передавай привет отцу. А тебе удачи. Кинан, ждем от тебя радостных вестей. Так и будет, даже не сомневайтесь. Если этот микроб Халил не отдаст дочь, мы ее украдем. Почему не отдаст? Отдаст, отдаст. Не переживай. Салих, повсюду тебя вижу. Я готов. Зайдешь за мной вечером? Хорошо, зайдем за тобой. Если не отдадут, мы с тобой, парень. Спасибо, будьте здоровы. Мебель с меня. В рассрочку отдам. Как же мне вас всех благодарить? Вы так за меня переживаете. Ну, я пошел. До встречи. Что это? Ждем кого-то на ночь глядя? Кинан придет. Просить руки Хазал. Говорит, пора уже это решить. Сказала, пусть приходит. Ты будешь дома. Ты издеваешься надо мной, да? Просить руки? Ты что, бредишь? Они правда придут, Халил. И я заклинаю тебя, не упрямься. Дочь хочет этого. Кинан отличный парень. Вы со мной уже и не считаетесь, так что ли? Я для вас пустое место? Не надо, успокойся. Они любят друг друга. Этот человек мой враг. Ты. Посмотри на это. Посмотри вокруг. Из-за него мы так жалко живем. Да перестань. Забудь это в прошлом. Что было, то было.
Тем более это нечестные деньги. Забудь. А честных хватит? Хватит? Мы же хорошо с тобой живем. Не голодаем, крыши над головой. Вот стол. Чего тебе не хватает? Это слова. У вас на все один ответ. Браво! Я это запишу, потом тебе прочитаю. Не получит он мою дочь. Позвоню Кинану, пусть не приходит. Стой, подожди. Не надо ему звонить. Они подготовились уже в пути. Разве можно так? А что делать? Посмотри на отца. На порог не пустит. Это позор. Нет. И не сказали мне, кто я в этом доме. Кто? Меня ничего так не бесит, как это. И ты ведь это знаешь. Если ты со мной не считаешься, то и дочери не будут. Кто я в этом доме? Кто? А я кто? Халил. Моя единственная дочь. Любит и хочет замуж. Мы же не оборванцу ее отдаем. Я говорила тебе, сколько раз говорила. Халил, не надо. Не разлучай влюбленных, нельзя. А что ты? Не слушаешь? Не оставил мне выбора? Давай. Будь хорошим отцом. Не смущай никого. Быть отцом? Я 25 лет как отец. Шш. Я не так хотела сообщить. Все мои старания впустую. Тише, дорогой. Я не это имела в виду. Ладно, предоставь это мне. Я поговорю с папой. Правда? Поговорю. Сколько это может тянуться? Если хотите пожениться, я помогу. Ты лучшая сестра. Папа тебя послушает. Я этого не забуду. А ты пока переоденься. Что это за платье? Папа увидит, придерется. Ладно, это просто. Ты, главное, убеди отца. Идет. Папочка? Папа, ты очень умный человек. И знаешь, в тебе нет ни капли плохого. Поэтому порой ты слишком прямолинеен. В том смысле, может быть, стоит быть хитрее. О чем ты, дочка? Я так зол. Папочка, успокойся. Я хотела сказать, может быть, стоит быть хитрее. Кинан, согласись, пусть приходит. Какая муха вас всех с утра укусила? Нет, нет, послушай. Я вот о чем. Например, Кинан говорит, что придет просить руки, а ты ему отвечаешь: приходи, а потом я не отдам тебе дочь. И он больше не появляется. Вот поэтому я и говорю: оставь. Пусть приходит, просит, а ты откажешь ему в лицо, и он больше не посмеет. Ага, чтобы он взбесился и похитил Хазал, да? Еще чего. Я первая этого не допущу. Папа. Папа. Смотри, Кинан гордый человек. И если ты скажешь, что не отдашь Хазал, он ведь больше не придет. Только ты можешь положить этому конец. Ты глава семьи. Последнее слово за тобой. Ахмед? Братишка, идем, опоздаем. Салиха с собой возьмем. Сколько радости на лице. Не надо, брат. Тебе ведь просить руки за меня. Не на смерть же идем. Хватит, не преувеличивай. Что делаем? Да что делать, ничего особенного. Чего в глаза не смотришь? Понимаю, ты недоволен, что я буду жить с Хазал в другом доме. Но ты что, совсем не знаешь меня, а?
Я не брошу тебя и не уеду никуда. У меня будет свой дом, но мы по-прежнему будем вместе. Ладно, Кинан, хватит. Тебе нужен свой дом, свое гнездо. За меня не волнуйся. Когда придем, я буду улыбаться, не переживай. Идем, сделаем это. Потом пойду кофе пить. Мама, что будет? Не знаю. Не знаю, дочка. Посмотрим, выйдет ли отец к ним. Мама. Говори, дорогая. Мы не делаем ничего плохого. Мы же просто любим друг друга. Разве нельзя? Да что ты говоришь, моя хорошая. Плохо это, если не любить. Вот это плохо. Ничего не бойся. Я с тобой, моя дорогая. Хорошая моя. Не плачь. Кинан придет, заметит. Не расстраивай его. Идем. Садись во главе. Добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Проходите, проходите. Спасибо. Прошу. Мама? Проходи, Кинан. Спасибо. Прошу, проходи. Это так. Найзи умерла, сынок. Ее не вернуть. Да, знаю, мама. Потому что я ее убил. Своими руками. Чтобы она не ушла. Смотрел, как она умирает. Мы знаем наши традиции. Кинан нам как сын, и Хазал как дочь. Я начну по обычаю, а ты поддержи меня, Халил. Мы просим у вас руки вашей дочери Хазал для нашего Кинана. Как говорят, связать двух влюбленных – самое благое деяние. А? Итак, слово за тобой, Халил. Уступаешь очередь брату, Ахмед? Это решает судьба здесь. Очереди не бывает. Верно, верно. Судьба уже за тебя однажды решила. Стал бы футболистом, но не вышло. Дорогой. Ему необходима помощь. Прокормит ли Кинан всех парой-тройкой рыбешек? За братом нужен уход. Посмотрим, согласен ли Ахмед на эту женитьбу. И его спросить нужно. Согласен, раз я здесь. Не беспокойтесь. Я сам по себе и ни в ком не нуждаюсь. Вы скажите свое слово. Отдаете дочь моему брату или нет? Раз слово за мной, слушайте. Любовь, романтика.
чувства — это все пустое, как воздух. Любовь для тех, кому не нужно думать, как заработать на хлеб. Вы мне про заработок рассказываете, Халил? Не стоит. Я еще ребенком научился добывать себе на хлеб. И с тех пор не разучился, уж поверьте. С любой работой справляюсь, не так ли? Живот насытишь, но не человека, дорогой Кинан. Что это за жизнь? Допустим, скажу, что отдаю Хазал. Ты сможешь дать ей больше, чем отец? А? Не сможешь. Хорошо, если Хазал с тобой с голоду не помрет. Папа, прошу, я знаю, чего хочу. Не знаешь, дочка. Знала бы, они не меня. Они бы тебя спрашивали. Нам достаточно друг друга. И мы не скрываем наши отношения. С нами все очевидно, так что не надо об этом. Принимайте решение. Отдаете Хазал или нет? Не отдаю. Нет у меня дочери для такого, как ты. Слушайте, мы пришли с уважением. Спросили. Раз так, нам ваше разрешение не нужно. Мы уже выбрали дату и поженимся. Что ты несешь? Говорю, не отдам тебе дочь. Какая еще дата? Послушайте, что я скажу. Вы избегали этой помолвки. Я решил, вы старший. Вы отец Хазал. Я терпел, но хватит. Хватит. Мы давно могли бы уже пожениться 1000 раз. И не спросили бы, надо было так и сделать. Что с вами говорить? Не хотите, не отдавайте. Я люблю Хазал, а она меня. Хотите вы этого или нет, но мы поженимся. Я убью тебя. Каков нахал. Убирайся отсюда. Приблизишься к Хазал, я тебя... Слушайте, не усложняйте все, не нужно. Иди ты к черту. Нет у меня для тебя дочери, вон из дома. Хватит. Моя дочь этого хочет. Значит, так тому и быть, ты понял? Ты меня спросить не захотел? Я ее мать. Мать! Сынок, я даю вам свое согласие. Что? Ну, где же ваши кольца? Да, да, конечно. Давай, брат. А я здесь при чем? Кольца у тебя? У меня, да, да. Ну что, поздравляю вас. Дай-ка палец, милая. Да благословит вас Бог. Будьте счастливы. Спасибо. Поцелуйте руку отца. Давай, дочка. Меня словно грузовик переехал. Любимая, я уменьшу. Ничего. Сделают по размеру. Сюда 2 пальца войдет. Расцелую твои пальцы. Любовь моя. Не все прошло гладко. Ну и пусть. Я все равно рада. Я знал, что с твоим отцом будет непросто, но... Такого не ожидал. Хорошо, что решилась. Если бы не твоя мама, я не посмотрел бы, согласен он или нет. Забрал бы тебя с собой и все. Что я ему сделал? Лучше бы он сидел в тюрьме за ту реликвию.
Не расстраивайся, милая. Ты знаешь, я все для тебя сделаю. И с отцом наладится. Отныне, что бы он ни сказал, я буду всегда молчать. Ради твоей улыбки. Но только знаешь, сразу говорю, отцом его не назову. Даже не проси об этом. Хорошо, хорошо, не надо. Называй маму, этого хватит. Она и так не мама. Мы и правда помолвлены. Выберем дату и официально поженимся. Не переживай, я все улажу. Больше ничто нам не помешает. Я ведь так тебя люблю. И пусть нас оставят в покое на всю жизнь. Доброе утро. Позавтракай сначала. Эти готовы. Со вчера слова не сказал. Халил, ты считаешь, я унизила тебя, но это не так. Мне не отплатить за то, что ты сделал для Хазал. Но и ты меня пойми, прошу. Они любят друг друга. Оставь, пусть будут счастливы. Что такое? Вчера просмотрел 1000 сцен из фильмов про любовь. Все, что нашел, смотрел. Ты? Фильмы про любовь? В жизни не поверю, это не про тебя. Я что, вру? Говорю же, смотрел. Ладно, не злись. Правильно сделал. Понравилось? А зачем смотрел? Влюбился? Да хотел небольшое вступление сделать. Так, глядя в глаза, сказать тебе слова любви. Такие, чтобы ты до конца жизни помнила. Все записал. Встал перед зеркалом. Начал говорить. Но не вышло. Не вышло. В смысле, этого недостаточно. Вроде все продумал, слова подобрал. Не выходит. Я так сильно люблю тебя, что никаких слов не хватит, чтобы описать это. Потом вернулся к зеркалу. Говорю себе: послушай, Кинан, может, ты недостоин ее, а? Может, твоей любви мало, твоих чувств мало? Даже не говори так. Ты даешь мне больше, чем я мечтала. Что бы я ни сделал в жизни,
Все ради тебя одной. Я так люблю тебя. Конечно, это всего лишь слова, но... За этим всем огромное прошлое, настоящее и будущее. Не зря говорят, любовь делает мальчика мужчиной. С тобой я стал настоящим мужчиной. Какой же ты замечательный. Что это? Опять делаешь мне предложение? Знаешь, мы поженимся. Наденем кольца. Поклянемся в верности, но... Для клятвы любви слов не существует. С каждым вздохом и до самого последнего я буду любить лишь тебя одну. Черная жемчужина. Вот моя клятва. Доказательство моей любви. Черная жемчужина. Я люблю тебя больше жизни. Ты сегодня работаешь? Да. Но мы же собирались выбрать дату свадьбы. Отпрошусь на утро, а вечером буду работать. Нужно готовить банкетный зал. А, ты об отеле? Да, о нем. У нас есть начальник, которого мы никогда не видели. В Урал-Демироглу. Организуем вечеринку в честь его дня рождения. Тогда ладно. Думаю, до вечера мы выберем дату. Вот бы... Нам уладить все формальности за 2 месяца. Тогда и дом успеем подготовить, и саму церемонию. Доброе утро. Я говорила с твоим врачом. Он сказал, твои приступы повторяются, потому что ты нерегулярно принимаешь лекарства. Послушай, если я какое-то время проконтролирую это, нам обоим будет легче, согласен? Хватит уже сидеть дома, тебе нужно живое общение. Оно пойдет тебе на пользу. Прошу тебя, приходи на сегодняшнюю вечеринку. Если смогу вырваться, сбегаю к ювелиру. Знали бы вы, как долго я ждала этого дня. Ты, наверное, шутишь? Неужели это черная жемчужина? Просто фантастика. Похоже, мечты сбываются. Малышка, этот парень по-настоящему тебя любит? Я знаю. И я его очень люблю. Хазал, ты просила отгул? Да, пожалуйста. Тут почти все готово.
Я вернусь за час до торжества. Хорошо, только давай без опозданий. Спасибо вам. Господин директор, извините. А после приготовлений вы скажете, кто где будет работать, или кто-нибудь другой? Ты сегодня свободна. Свободна? Но почему? В зале будут только опытные официанты. А ты можешь идти, когда закончишь с подготовкой. Как тебе повезло, у тебя вечер свободен. Думаешь, 2 года отучилась и теперь здесь хозяйка? Нам тут ошметки подбирать, а тебе на вечеринке года присутствовать. Да, как обслуживающий персонал. Да хоть как. И Бру. Я из кожи вон лезла, чтобы тебя сюда устроить. Не надо так. Хазал, у меня полно работы, не трогай меня. Внимание, пришла госпожа Джанан, поторапливайтесь. Добро пожаловать. Что тут у нас? Подготовка идет в соответствии со всеми вашими пожеланиями. А вот и меню. Хорошо, пойдемте дальше. Конечно. Сколько комнат, говоришь? 2, да? Ага, отлично. Хорошо, спасибо. Да, адрес записал, у меня все есть. Спасибо, тогда вечером там и встретимся. Ладно, дружище, благодарю. Оставь. Да ладно тебе. Оставь! Брат, что с тобой? Вставай. Отойди. Прочь, я сказал. Да что ты заладил со своим отойди? Не с той ноги, что ли, встал? Мне не нужна ничья помощь. Понятно? Иди, займись своей семьей и домом, и что ты там снимаешь. А меня оставь в покое. Дай телефон. Брат. Дай телефон. А теперь уходи. Единственно возможная дата в ближайшие 3 месяца, через 10 дней, подходит? Так скоро? Да, но... Регистрируйте. Кинан! Пишите, пишите, никаких проблем. Выходит, осталось лишь 10 дней? Ага, что? Я столько лет ждал, так что теперь не знаю, как переживу эти 10 дней. Да ты сумасшедший. Мама будет в шоке. Это еще полбеды. Нам бы... Сначала с жильем определиться, да? Да, но как? Идем, а с мамой я сам разберусь. Пойдем. Всего хорошего. Наконец-то, спасибо. Не за что. Хорошего дня. Благодарю. Городской муниципалитет. Сложно будет успеть. Да у нас и не выйдет. Свадебное платье будет готово минимум через месяц. Да ладно, не беда, дорогая. Ну, не наденешь ты его, и что? Ах, вот как. Странное у тебя понимание романтики. Надеть это платье – это же мечта моей жизни. Такое бывает только раз. И только для любимого. Серьезно, без платья свадьбы не будет. Подожди. Ладно, ладно, ну куда ты? Не сердись. Твоя мама нам не откажет. Будет корпеть над ним день и ночь. А не успеет, так новое купим. Она ведь успеет, правда? Ха, смотри. Молодожены идут. Погляди, какие красивые. Милая, но самой красивой невестой будешь ты. Вот это да. Держи, держи, это же тебе повезло. В чем дело? Ты сняла с карточки 1000. Так я же тебя предупредила. А зачем столько? На ткани, фурнитуру для платья, на свадебные мелочи, все нужно. Для кого? Для кого все это, а?
Как для кого? Для Хазал, да? Все эти платья, аксессуары. Ты же давно просватала ее за Кинана. И спектакль этот вчера устроила, опозорила меня перед этим недоноском. Да что ты говоришь, Халил? Не срывайся на мне. Захочу и буду. Теперь ты отвечаешь передо мной за каждую копейку. Ты впервые заговорил о деньгах. Потому что я потратила их на свою дочь? Вот если бы это касалось твоей дочери, ты бы так не сказал. Я всегда был отцом для твоей дочери. Я все для нее делал. Кормил, одевал, учил. Но с меня хватит. Палец о палец больше не ударю, раз вы меня ни во что не ставите. Немедленно унеси все это. Хорошо. Генджар, смотри без лишних движений. Я вас понял. Дорогой мой, братишка. Как жизнь, красотка? Все хорошо, а ты-то как? Я так по тебе соскучилась. С днем рождения тебе. В Урал? С днем рождения. Поздравляю, брат. Спасибо. Синан, поезжай-ка в отель. Встречай гостей. Я только пришел. Можно чуть передохнуть, а? Давайте я ими займусь, а вы расслабляйтесь. Брат, ты же вечером придешь на свою вечеринку, правда? Пойду подремлю. Кто так спрашивает? Да, совсем разруха. Наверное, мы поспешили, а? Тут совсем плохо, правда? Ну, сынок, посмотрели? Да, мы все посмотрели, но... Какова плата за месяц, дядя Салих? Был бы дом моим, я бы не брал с вас денег, вы же знаете. Конечно, мы же не первый день с тобой знакомы. Я тебе по телефону говорил, что это дом моего Шурина. И он хочет 900. Но вы не волнуйтесь, если будете брать, я уговорю на 700. И задаток не будут брать. Но состояние дома сами видите. Ну и ладно, это не беда. Ты уверена? Да, уверена. Мы превратим его в уютное гнездышко. Вижу, ты серьезно настроена. Нам здесь нравится, мы берем его. Тогда и я согласен. Пути назад нет. Слово любимое, закон. Всего наилучшего. Спасибо. Поговори с Шурином. Хорошо, обязательно. Мы нашли дом. Назначили дату свадьбы. Мечты сбываются, Кинан, мы женимся. Иди ко мне. Я просто летаю от счастья. Надо отвезти тебя на работу, а то мы немного замешкались. Я о ней совсем забыла. Я уж решила, что мы сразу приступим к ремонту. Милая, я сам справлюсь. Начну с мелочей, а ты подойдешь, как будет свободное время. Может, мастера наймем? Вот еще. Ты меня обижаешь. Разве кто-то сделает это лучше меня? Я так счастлива, что сейчас взлечу. Иди ко мне. Добро пожаловать. Прекрасно выглядите. Дорогой, не налегай на выпивку. Праздник еще не начался. Так он не начнется. В Урал все равно не выйдет, и нам придется всех выпроводить. Но у меня другая цель. Что ты задумал? Я намерен убедить брата передать мне право подписи. И без этого я не уйду. Надеюсь, вся эта затея не затянется. А где твой брат? Разве я не просила тебя привести его? Да, мамуля.
Братец меня прогнал. Я не хотел докучать, но мне не терпится понаблюдать за этим позором воочию. Но тебе же придется оправдываться перед гостями и журналистами. Не могу пропустить. Пойдем. Не начинай сегодня покраску, меня же не будет. Присоединишься ко мне, когда вернешься, не страшно. Придется потрудиться, но оно того стоит, Кинан. Конечно, стоит, любовь моя. Я же вью наше гнездышко, что может быть лучше? Да это просто мечта. Ай-яй-яй-яй. Они всем своим видом говорят, мол, важные люди идут, расступитесь. На вечеринке таких будет много. И не говори, дорогой. Видел бы ты ресторан, потрясающее место. Вот если бы мы там сыграли свадьбу, это была бы сказка. Не обижайся. Я не это имела в виду. Это лишь глупая фантазия. Ты достойна самого лучшего. Поверь, мне бы тоже этого хотелось. Была бы возможность. Да с тобой для меня везде рай. Повсюду, везде. Это бесценно. Я очень люблю тебя. Директор идет. Ладно, давай за дело. Удачи. Здравствуйте. Ого! Аккуратней на поворотах. Суперзвезда нашей семьи. Пару кадров, господин Вурал. Ах, сынок, как я рада, что ты пришел. А вот и мы. Я знала, что ты придешь. Это нужно отметить. Шампанского нам. Мои любимые, дорогие. Хозяева просят шампанского. Хорошо, уже несу. Если я попрошу тебя быть хотя бы чуть-чуть повеселее, а? Думаю, ради тебя я справлюсь. Прошу прощения. Урал, сынок, идем со мной. Давай. Ладно, иди уже.
Как же? Она похожа на Нази, правда? Все, успокойся. Не нервничай. Спокойно, сынок. Вдохни поглубже. Все позади. Все прошло. Дыши, дорогой. Спокойно. Все кончилось. Конец. Это была она. Ты видела? Это была она. Мама, я что, с ума схожу? Нет. Нет, дорогой, ты в себе. Да, она на нее похожа. Даже очень. Но это не она. Это не Нази. Не Нази. Это она. Она настоящая. Я сам видел. А вот, значит, кого я видел. Ты существуешь. Ты совершенно реальна. Сынок, стой! Сынок! В Урал. Удачного дня, трудяга. О, Эбру, рад тебя видеть. И я. Ты голоден? Голоден? Да я умираю, как есть хочу. Ого, какая вкуснотища. Вот тетя Милек постаралась. Спасибо ей. А это не она. Это все я сама приготовила. Да ну, а ты умеешь? Это не скромно, но я отлично готовлю. Молодец. Как ты здесь оказалась? У тебя выходной, раз ты не на празднике. Да и ладно. Что я там забыла? Так я и сказала директору. Мол, не буду носить гостям алкоголь. Сам понимаешь, там и пьяные есть, и приставучие. Всякие, в общем. Хазал там работает, и что теперь? Это же не кабак или притон какой-то, а обычный ресторан. И что с того? Да ладно тебе, не бери в голову. Я же только о себе говорю. А симпатичный, кстати, дом. Не пойму, чего Хазал так драматизировала? Дом как дом. А что она говорила? Кенан, прости. У меня с языка слетело. Ты только ей не рассказывай. Хорошо, не буду. Но что же она сказала? Ну, это... Мол, дом, конечно, староват, но мы справимся. Но смотри, ничего ей не говори. Ну и ну. Она же сама захотела снять его. Вот этого я уже не знаю. Раз так, я поговорю с ней. Поищем что-нибудь другое. Даже не думай, Кенан. Она будет сердиться, что я все тебе передала. Не говори ей, хорошо? Хазал всегда мечтала о большом и роскошном доме. И когда увидела это,
Брак — дело нелегкое. Я тебя огорчила, да? Тебе через 10 дней жениться, Кинан? То есть, вам жениться? Да, именно через 10 дней. Мне кажется, ты заслуживаешь лучшего. Ты о чем говоришь, а? Я только ради Хазалы живу. Она самое дорогое, что у меня есть. Только ее люблю. Понятно? Спасибо за еду. Я сыт, благодарю. Откуда ты взялся? Как дела, Эбру? Превосходно. Просто умираю от счастья. Так-то. Я спросить хотел. Завтра вечером начнется один фестиваль. Фестиваль для влюбленных. Говорят, будут звезды петь. Я вот проходил вчера мимо вас, услышал музыку. Наверное, тебе такие по душе. Тебе вроде нравится. И я подумал, может, вместе сходим, если хочешь. Что скажешь? В чем дело, Ахмед? Ты вместе с ногой и ума лишился? Какой еще совместный поход на фестиваль? Еще чего? Погоди, погоди. Загадай желание. Мое желание уже сбылось. Никуда не уходи до завершения праздника, хорошо? Что вы сказали, простите? Делай, что тебе говорят. А пока иди. Иди. А теперь пришло время вручать подарки и есть торт. Если ты нанесешь еще один слой, просохнет месяцев через 5. Ты снова не в духе? За собой следи, отстань. Да что это такое? Уже 2 дня так. Что я тебе сделал? Подожди минуту, давай поговорим. В чем проблема? Ты злишься, что я женюсь? При чем здесь это? Ты женишься, строишь свою жизнь, а мне-то что? И ты свою устроишь. А, и я устрою. Невесты прям в очередь выстроились. А ты хоть куда-то выходишь? Ты только между домом и кафе курсируешь, разве не так? Ты что, издеваешься надо мной? Куда мне идти в таком виде? Меня даже на работу никуда не берут. Если девушка понравится, так она на меня и не взглянет, лучше отстань от меня. По-твоему, я виноват, что женюсь? Нет, брат. Не в этом твоя вина. А в том, что ты украл мою жизнь. И больше не заводи этот разговор. И оставь меня в покое.
Я никогда не забуду этот вечер. Как вам официантка? Она так похожа на Нази? Как по мне, это просто бомба. Ладно, все устали, поехали домой. Вы поезжайте, а я еще побуду. Прошу, сынок. Мы оба прекрасно знаем, почему ты хочешь остаться. Не надо. Чего не надо, мама? Оставь эту девушку, это не Нази. Я не допущу повторения истории из-за этой глупой случайности. Это не повторение, это начало. Сынок, пожалуйста. Мамуля, у меня было предчувствие. И сегодня оно стало реальностью, и я словно заново родился. Будто снова обрел дыхание. Поэтому прошу тебя, дай мне насладиться этим. Позволь мне пожить. Откуда взялась эта девушка? Да. Ее сходство с Нази одновременно пугает и настораживает. Представь, если твой брат на ней зациклится. Лучше не представлять. Иначе все мои старания, все мои планы пойдут прахом. Нестабильное состояние в Урале мне на руку, понимаешь? Если он восстановится, мне конец. Ладно, ладно, я поняла. Большое спасибо. Меня зовут Урал. Да, я знаю. У тебя, полагаю, тоже есть имя? Я Хазал. Хазал. Слушаю. Спасибо тебе. За что? За все. Коллеги, первый автобус вот-вот отъедет. Хазала, вы двое останьтесь, а остальные могут идти. Прошу прощения. Господин Тарык, а можно и мне поехать на этом автобусе? Вы же знаете, я дальше всех живу. Подожди, ты утром уже брала отгул. А водитель за нами вернется, верно? А как же? Если бы я тогда не пристал, мол, Ахмед, идем на рыбалку, ты бы не попал в водоворот. И ничего бы не случилось. Я каждый день корю себя за это, понимаешь? Но ничего уже не вернуть. И я женюсь. Но не знаю, имею ли моральное право на это. Но одно я знаю точно, брат. Мы с тобой одно целое. Да? Даже если я перееду на соседнюю улицу или переберусь на другой конец света, это нас не разделит. Не сможет. Хазал, автобуса не будет. Как не будет? Директор же обещал. Не получилось. Если хочешь, оставайся у нас, завтра вместе поедем на работу. Не могу, папа рассердится. Позвоню ему, он за мной приедет. Ладно, тогда доброй ночи. Спокойной ночи. Вот незадача-то. Возьми трубку, папа. Давай же.
тебя здесь забыли? Похоже, что да. Я позвонила отцу, он приедет, заберет меня. Очень вовремя. Если хочешь, я тебя отвезу. Да нет, спасибо. Я сама как-нибудь доберусь. Где ты живешь? В Элдыре. Тогда поехали. Спасибо, но я сама доеду, правда? Но твой отец не скоро приедет. И все разошлись. Ты что, одна тут останешься? Или автостопом поедешь? Я бы не советовал. Который час? В это время и такси не вызвать. Остается только пешком. Но разве ты не устала после такой работы? Садись. Ты с семьей живешь? Просто ты же отцу звонила. Да. Работаешь в нашем отеле? Да. Что бы я ни спросил на все «да», можно уже и к ответу «нет» переходить. Простите, просто мне неудобно, что вам пришлось меня везти домой. Никаких проблем, мне не трудно. А тут, оказывается, красиво. И правда. Тихо, спокойно. Можно я здесь выйду? Ты здесь живешь? Чуть дальше. Но вы не беспокойтесь, я дойду. Ну, если ты не возражаешь, я довезу тебя до дома. Уже поздно. Хорошо. Большое вам спасибо. Столько хлопот из-за меня. Какие еще хлопоты? Хоть дорога была и недолгой, но очень приятной. Это тебе спасибо. Доброй ночи. Хазал? Папа. Я поздно освободилась, и господин Вурал предложил меня подвезти. Вурал Демироглу. Демироглу? Здравствуйте, рад знакомству. Я хорошо знаю вашу семью. Вы меня, конечно, не помните, ведь вы были маленьким. Я работал у вашего отца. Дочь, ну-ка, свари гостю кофе. Прошу, проходите, окажите нам честь. Что вы, не стоит, может, в другой раз? Всегда рады. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Хазал! Кто? Хозяин нашего отеля Вурал Демироглу. Он тебя домой возит? Мы его так и не угостили. Дочь, надо было тебе настоять. Папа, иди, пожалуйста, в дом, я скоро приду. Папа, иди. Кто это, Хазал, а? Что происходит? Погоди, не злись. Отвечай, кто он, а? Почему он тебя привез? Праздник поздно закончился, и автобус не приехал. Надо было мне позвонить. Или отцу. Что, было так сложно? Я звонила, звонила. И папе звонила, и тебе. У меня сел телефон, а господин Вурал настоял на том, чтобы меня отвезти. Что значит настоял? То и значит, Кинан. Он мой начальник. Ты меня с ума, что ли, свести хочешь? Это на работе он начальник. Знаю, но все именно так и было. Я опоздала на автобус. И ты знаешь, что такси в такое время не вызвать? У меня не было выбора, а он просто помог. Да плевать мне на его помощь. Брось. У него что, водителя нет, а? Нет у него водителя. Уверен, что есть. Поручил бы ему. Чего это он сам тебя аж сюда привез? Зачем это? Приди я раньше, я бы его прибил. Это ты виновата, ты. Как ты могла сесть к нему в машину, а? И, конечно, тебя ничего в этом не смутило.
Ты меня обижаешь, перестань. Ах, обижаю, да? Какой-то толстосум отвозит мою невесту домой, а я молчать должен? Так что ли? А? Милый, поверь, я говорю правду. Господин Вурал просто проявил вежливость. А, так он еще и вежливый, надо же! Ладно, Хазал, хорошо. Кинан, стой! Пусти. Кинан! Он и слушать меня не стал, мама. Можно подумать, что мне сдалась та машина. У меня не было выхода. Это Кинан тебя еще пожалел. Радуйся, что не отнял кольцо. Эбро, не преувеличивай, ничего не случилось. Да, он приревновал, его можно понять, но он знает, Хазал. У меня порядочная дочь. Кинан должен был это понять. Он все поймет, все. Он тебя очень любит, все наладится. Ай-яй-яй, сам сын Демироглу к нам пожаловал. В жизни нет ничего невозможного, скажу я вам. А его мать, госпожа Джанан, тоже была на празднике? Да. Если б я знал, я бы сам за тобой приехал. Предстал бы во всей красе. Они годами не появлялись в отеле. А теперь стали наведываться, да? Ладно. Может, еще где-нибудь встретимся. И что тогда будет? Поговорю с ними. Напомню о себе. Может, опять буду у них работать. Ты в таком восторге от них. Почему? Они особенные, пойми. Если мы войдем в их круг, если станем частью их компании, это высшее благо. А, если бы его отец был жив, ты бы увидела, на что я способен. Мы бы как сыр в масле катались. Мечтай, мечтай. А, не говори так. Нет ничего недостижимого. Смотри, как все повернулось. Сам наследник империи Демироглу к нам пришел. Если б лично не увидел, не поверил бы. Я пошла спать. Всем доброй ночи. Доброй ночи, доченька. Дочь, как только госпожа Джанан появится в отеле, звони мне. Посмотрим. Не посмотрим, а тут же. Сразу набери меня. Нельзя упускать такой шанс. Исправительное учреждение закрытого типа. Папа. Дочка, дочка. Ты выросла и стала врачом? Еще нет, я интерн. Я не разбираюсь. Для меня ты врач. Теперь все позади. Рад видеть. Спасибо, Кафис. Я тоже. Теперь все позади. Спасибо, друг. Спасибо. Ну, где Акин? Он в Германии. Визы все еще не готовы. Приедет на выходных. Едем домой. Дома для тебя приготовили твои любимые блюда? Нет. Я поеду в отель. Побуду там пару дней, а потом вернусь. Папа, пожалуйста. Я поеду в отель. И точка. Я поеду с тобой. Доброе утро. Что? Доброе утро. Доброе. Что у вас вчера произошло? Вы с Хазал поссорились? Мы все уладим. Ты за нас не переживай. Не нужно. А, но знай,
Я тебя поддерживаю. Ты абсолютно прав. Я ей Хазал сказала, что она поступила некрасиво. Да, он ее начальник. Ну и что с того? Разве можно садиться ночью в машину почти незнакомого мужчины? Это уж слишком. Такие мужчины и пальцем не пошевелят, если не надеются на что-то или не преследуют свою выгоду. Я уверена в этом. Что ты такое говоришь, а? Это же Хазал, твоя сестра. Человек решил сделать доброе дело и подвез ее. Не забивай себе голову, мы сами все уладим. Свое мнение оставь при себе. Хасан, пожалуйста, открой дверь. Открой, открой. Прошу у всех прощения за доставленные неудобства. Идем, милая. А ты поезжай. Да успеешь ты на рынок, поезжай. Давай, давай, давай. Что ты себе позволяешь? Как это, что я себе позволяю? Я вышел из себя, увидев тебя с тем типом. Разве я не прав? Прав. Любой бы так поступил на моем месте. Я не про твой поступок. Меня обидели твои слова. Ты мне не доверяешь? Милая, дело не в тебе. А в ком же? Ты разозлился на меня, накричал и не поверил мне. Я ревную тебя, ревную любимую девушку. Разве это плохо? Нет, но мне не нужен никто, кроме тебя. Мое сердце бьется для тебя. Мой мир — это ты, запомни это! Ладно, я запомню. Хорошо. Хорошо? Что? Что? Ты в курсе, что это наша первая серьезная ссора? Из-за тебя. Из-за меня? Все из-за меня, черт побери. Ты сильно меня любишь? Как ты догадалась? Так заметно? Давай не огорчать друг друга. Такие ссоры неприятны. Очень. Очень неприятны. Кроме того, я и сам ненавижу ссориться. Это глупо. Но если этот человек, твой начальник или кто он там, будет крутиться возле тебя, сразу же прибежишь ко мне. Сразу же, поняла? Уйдешь с работы. Хорошо. Договорились? Хорошо. Иди ко мне. Если это не связано с Уралом, я не хочу слышать. Это связано с Азизом. Что с ним? Его освободили раньше. Проклятие. Только этого не хватало. Нази нет, но после себя она оставила проблему. Это совсем не кстати. Я же тебе тысячу раз говорил. Там греческий остров, и начинаются воды Греции. Разве не так? Я не прав, а? Откуда мне знать? Прошу, помоги мне. Если лишимся сетей, отец больше не даст мне судно. Ладно, не хнычь, не переживай. Я все улажу. Хорошо, тогда поплыли. Тише, тише. Ты куда? Ступай назад. Но... Назад и никаких но. Я поплыву один. Если объявится береговая охрана Греции, не оберемся проблем. И еще отчитываться перед твоим отцом. Отвяжи-ка канат, быстрее. Thank you.
Кажется, ночь прошла отлично, а? Ты был с той девушкой, похожей на нашу невестку. Такие простушки хороши для начала, но потом они просто надоедают. Проваливай отсюда. А что я сказал? В следующий раз лучше следи за словами, говоря о Хазал. Это мое последнее предупреждение. А теперь можешь проваливать. Как же ты похожа. Еще раз добро пожаловать в мою жизнь. С апельсиновым соком, пожалуйста. Хазал? Вчера проблем не возникло? Твой отец показался мне рассерженным. Нет, мы ведь ничего плохого не сделали. Конечно, нет. Но я не хотел бы ставить тебя в неловкое положение. Я вернусь к работе. Спасибо. Покиньте греческие воды! Вы что, приплыли на мой запах? Вы в водах Греции! Уберите сети! Хорошо, это недоразумение. Я убрал сети и отпустил рыбу. Я поплыву обратно, хорошо? Вы проследуете за нами. Мы этим зарабатываем себе на жизнь. Мы ведь с греками друзья. Зачем все усложнять? Осторожно, осторожно. Неужели сложно меня отпустить? Ладно, прошу прощения. Вы кого-то ждете? Рад вас видеть. Здравствуй. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, всем спасибо. Там ребята кое-что приготовили для тебя у бассейна. Тогда идем. Прошу. Если у тебя проблемы с Хазал, я не хочу слушать. Нет. Азиза Топрака сегодня освободили. Что ж, если у него есть мозги, он не появится тут. Отныне мне есть что терять. Здесь Азиз тебя найдет в два счета. Прошу, не возражай. Вернись со мной в Стамбул. Я не вернусь в Стамбул, пока Хазал здесь. А по поводу Азиза не переживай. Я прекрасно знаю, как вести себя при встрече с ним. Доверься мне. Греция, остров Хиос. Вы говорите по-английски или на греческом? Я турок, турок. Переведи мои слова. Ты рыбачил в наших водах? Ты рыбачил в наших водах? Да что ж такое? Я не ловил рыбу, сколько можно повторять? Клянусь, я говорю правду. Ты предстанешь перед судом. Как мне вам еще объяснить? Отпустите меня, говорю же, я не рыбачил. Ты пока останешься здесь. Ты останешься здесь.
Как это останусь здесь? Что вы говорите? Клянусь, я не рыбачил. Отведите его в камеру. Что вы делаете? Прошу вас. Почему вы такие упрямые? Я вас не обманываю. Я правду сказал. Послушай, подожди. Ты же знаешь турецкий. Переведи ему. Не уходи же, не уходи! О, я словно заново родился. Ну, говори. Почему мы здесь? Это мой отель. Папа, ты же знаешь, что в Урал здесь. Есть новости об этом подонке? Чем он занимается? С днем рождения, в Урал. Значит, жизнь продолжается. Но пусть. Пусть продолжается. Но мне не дает покоя то, что он жив. Опять начинаешь? Хоть ты и не переставал. Ты доведешь дело до конца. А что делать? Моей сестры нет. Возможно, умерла. Возможно, ее убил этот подлец. А мне сидеть и помалкивать? Только в Урал знает, где находится тетя. Если ты это сделаешь, всему конец. Ты не простишь себя до конца жизни. Костас! Вижу, вижу. Йорго! Переведи мои слова. Они меня не слушают. Сообщи в турецкое консульство. В чем дело? Я внес залог. Огромное тебе спасибо. 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 Ребята сказали, что турецкого рыбака посадили. Я тебе так благодарен. Если бы не ты, меня бы не освободили. Как вернусь, выплачу долг. Ты мне ничего не должен. Нет, так не пойдет. Я все верну. Но если не сложно, давай уладим дело с лодкой и сетями. Это нелегко. Ее уже увезли на торги. Что ты такое говоришь? Куда ее увезли? Об этом узнаем только в день торгов, сейчас не скажут. Пойдем, пока тебя опять не посадили. Идем, идем. Идем, идем. Синан, я хотел поговорить. Вопрос касается права подписи. Ах, да, этот вопрос. Адвокаты уже здесь, тебе не обязательно ехать в Стамбул. Можем сейчас решить. Я не буду передавать полномочия. Продолжай работу, как раньше, а я встану во главе управления. Проблем нет? Нет. Если нет, я пойду. Нет, нет. Проблем нет. Вот проклятие. Начинаем все сначала. Что с тобой? Успокойся. Брат не передаст мне полномочия. Предлагает быть мальчиком на побегушках. Все из-за этой девчонки. Плевал я на девчонку и брата. Это что еще за дела? Я не могу вернуться к прежней жизни. Дафне, давай уедем за границу. Оставим все позади. Не говори глупости. У тебя столько же прав в компании, как и у брата. Кроме того, ты прилично проигрался в казино. Как ты мог проиграть 5 миллионов? Смог, и мне конец. Я должен снять деньги со счетов компании. Ты не сможешь снять со счетов такую сумму разом. Что-нибудь придумаю.
если все действительно стало как прежде, придется забыть о деньгах. И? Как я тогда выкручусь? Что мне делать? Заработаешь собственными силами. Ты надо мной издеваешься, дорогая? Нет, не издеваюсь. Я предлагаю принять предложение Джунейта. По острову Хиас? Да. Ты сможешь делать все, что захочешь. И заслужишь расположение мамы. Вместо того, чтобы сбегать, лучше сражаться. Обдумай все хорошенько. И прими его предложение. Не знаю, я не смогу. Неужели ты не понимаешь? Для начала разузнай, чем они занимаются и кто будет партнером. Присмотрись, а потом решишь. Хорошо? Судно доставит партию наркотиков на остров Хиас. Ты что говоришь? Ты собирался переправлять беженцев? А я, как дурак, думал, что ты хочешь работать. Да погоди ты, не заводись. Я не думал, что это будет такое опасное дело. Оно не опасное. Прибыль стоит того. Проблем нет. Всего лишь небольшой риск, как и в любом деле. Небольшой риск? Да это же международное преступление. Да, это так. Ну ладно, у меня пропало настроение. Ты уже с самого начала боишься. Остальное рассказывать не буду. Ладно, погоди ты. Пока ничего конкретного нет. Когда все прояснится, расскажу. Но если только ты согласишься работать, подумай. Соглашусь. Отлично. Я буду только управлять судном? Именно. Больше ничего тебя не касается. Еще мебель не привезли, а ты уже готов переехать. Милый, сегодня будем делать замеры штор, займемся кухонными шкафами и плиткой в ванной. Свадебные хлопоты. Я пойду домой. Да что с ней такое? Сегодня кое-что случилось. Что? Помнишь нашего Джингиза? Он закинул сети в греческих водах и попросил меня забрать их, чтобы не ругаться с отцом. Я поплыл. Подоспела береговая охрана и конфисковала нашу лодку. Не могу поверить. И что дальше? Мы можем ее забрать? Ее выставят на торги. Нам придется ее выкупать. Мы должны выкупать собственное имущество? Именно так. А деньги у нас есть? Если вычесть затраты на дом, кое-что останется. Если этого хватит. Может, продадим кольца? Ни за что. Я что-нибудь придумаю. Лодка нужна для работы. Я все улажу, не волнуйся. Надеюсь, мне повезет. Я очень голоден. Не ел уже 2 дня. Идем. Хазал Санджак. Резюме. Постойте! 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 Я думал, ты придешь раньше. Сегодня мы доведем начатое до конца. Ты расскажешь мне, что ты сделал с моей сестрой.
Я уже говорил. Я ничего не делал. Она сама ушла. Разве ты не видел записку? Нази бросила нас обоих. Не лги мне! Что ты сделал с сестрой? Ты чувствуешь себя виноватым, не так ли? Ты ведь не хотел, чтобы Нази выходила за меня. Ты вычеркнул из жизни собственную сестру. Ты обрек ее на одиночество. Видишь, теперь ее нет. Она что, даже не звонила тебе? Я прикончу тебя, ублюдок. Если человек уходит, то все равно остаются следы, а моей сестры нет. Нет! Я знаю, кто это сделал. Это ведь ты, а? Ты не хотел, чтобы она ушла. Она решила тебя бросить, поэтому ты ее убил! Я ничего не делал. Она отреклась от меня. Я же всего лишь просил не уходить. Ты убил ее, чтобы она не ушла, да? Думаешь, я живу после того, как она меня бросила? Теперь для меня все не важно. Я не причинял вреда Нази. Если не веришь, выстрели в меня. Жить без нее подобно смерти. Давай же, спаси меня. Сдохни, подлец. Стреляй же. Стреляй. Стой! Не надо. Стреляй же. Не делай этого. Отпусти сына. Прошу, отпусти. Опусти пистолет. Только Вурал знает, где находится тетя. Если ты это сделаешь, всему конец. Ты не простишь себя до конца жизни. Умоляю. Когда-нибудь это случится. Клянусь всем, что у меня есть, ты все расскажешь. Убирайся отсюда. Убирайся. До скорой встречи. Ну как ты? А? Со мной все хорошо. Ты не волнуйся. Азиз меня не убьет. Ну что же это за невезение? Пока добивался любимую, настрадался от ее отца. Решил жениться, и сразу греки положили глаз на дешевое судно. Брат тот еще псих. У меня же не 100 рук. Кинан же только один. Как мне везде поспеть, а? Хазал, прости меня, я просто рассердился из-за проблем. Но тебе непосильная ноша. И я не могу помочь. Я не хочу, чтобы ты огорчался. Прошу, не плачь. Не плачь, я просто разнервничался и высказал... Все вслух, ты же меня знаешь. Прошу, не плачь. Кинан, будь сильным, чтобы и я могла устоять на ногах. Я справлюсь, даже если
Весь мир будет против меня. У меня же есть ты. Нази, прошу, не уходи. Есть кто-нибудь? Не уходи. Держись от меня подальше. Есть кто-нибудь? Клянусь тебе, я исправлюсь. Я не буду тебя расстраивать. Я тебя очень люблю. Одни и те же слова. Довольно. Не уходи. Что ты делаешь? Я не смогу жить без тебя. Отпусти меня. Отпусти. Что ты делаешь? Я не смогу без тебя жить. Ты не понимаешь? Отпусти. Отпусти. Не отпущу. Я не отпущу тебя. Не бросай меня. Обещаю, я исправлюсь. Отпусти меня. Ты не можешь уйти. Отпусти. Нази, ты цела? Нази! 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 В этот раз все будет иначе. В моей жизни появилась Хазал. Я ее не потеряю. Это песня для свадебного танца. Что? Свадебный танец? Ну уж нет, милая. Не впутывай меня. Организуй что-нибудь для себя одной. Еще чего? На свадьбе мы будем танцевать. Что за бред? Какой еще танец? Мы же опозоримся. Ладно я, но ты хоть себя пожалей. Не впутывай меня. Я тебя научу. Я знаю много движений. Научу. Ты-то научишь, но научусь ли я? Я никогда не танцевал. Я же сказала, что научу. Положи руку мне на талию. Это легко. Руку я положу. Эту руку вытяни. Не так. Не будь как бревно. Вот так, мягко, изящно. Ближе. Держи меня за талию и прижми к себе. Хорошо, буду держать, без проблем. Проблема в ногах. Что с ногами? Ногами тоже танцуй. Вот эту? Эту? Вперед, я отступлю назад. Ну, попробуем. Ну же. Ой.
ve dağlar beni izlerin geldirse beni. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Где Хазал? Почему она не приходит на работу? У нее скоро свадьба. Взяла выходной. Какая еще свадьба? Что за бред? Не поняла. Что в этом такого? Ты что-то об этом знаешь? А? Ты специально скрывал от меня? Нет, я правда не знал. Господин Бурал. А что за проблема у вас с моей сестрой? Исчезни с глаз. Сейчас же. Вам нужна Хазал? О чем ты? Я спрашиваю прямо. Хазал вам нужна? Если действительно нужна, я могу помочь. Как это? С чего тебе это делать? Из-за любви. Ответьте на мой вопрос. Хазал вам нужна? Или нет? Новости есть? Нет, жду. А ты куда? Вызвали в отель. У меня выходной, но Ибру сказала, что это срочно. Только не заставляй меня переживать. Звони. Позвоню. Кенан, возьми. Что это? Здесь немного. Мама откладывала на черный день. Возьми с собой. Не говори глупости. Я не могу. Это в долг. Потом вместе вернем. Ну же, не упрямься, возьми. Ты должен выкупить лодку. Нет, я не возьму. Не могу. Если моих денег хватит, хорошо. А нет, так значит, не судьба. Махмуд дал свою часть денег. Надеюсь, их хватит выкупить лодку. Я не возьму. Костас звонит. Слушаю. Хорошо. Тогда встретимся на пристани. Спасибо. До встречи. Торги начинаются через час. Давай я тебя подвезу. Кенан. Если не выкупишь лодку, не страшно. Найдешь другую работу, да? Не хочу, чтобы ты расстраивался. Любимая, будем вместе. Будь со мной рядом, и меня ничто не сломает. Ничто? Ничто. Я опоздаю. Папа, поторопись, иначе опоздаем на самолет.
Азиз! Кастас! Ах, мой дорогой друг! Я узнал, что тебя освободили. Теперь все позади. Спасибо. Я очень рад тебя видеть. Вы куда-то уезжаете? Да, в Стамбул. Но у нас есть время. Идем выпьем кофе. Нет, не буду тебя задерживать. Да и я спешу. Помнишь покойного Ибрагима? Моряка. Тот самый Ибрагим? Да. Наши военные конфисковали его судно. Им пользовался его сын. Он хочет его выкупить, а мне нужно отвезти его на Хиос. Парень в трудном положении. Хазал, почему ты так долго? Зачем ты меня вызвала? У меня столько дел. Мы должны успеть все приготовить. Расслабься, не все же тебе бегать. Позвони маме, она тебе поможет. Так для чего ты меня вызвала? В Урал будет принимать гостей на яхте. А мне-то что с того? Подожди, успокойся. Они ищут старшего официанта. И чтобы не взяли другого, я сказала, что сможешь ты. Что? Что за бред? У меня полно дел. Ты помнишь, сколько дней осталось до свадьбы? Подожди, не заводись, а выслушай. Работа за пределами отеля. Всего на 2 часа. И оплата выше. Сестра, за это заплатят 3000. Что? 3000? Вот теперь мы на одной волне. У вас свадьба. Вы все в долгах. Кинан остался без лодки, и неизвестно, выкупит ли ее сам. Эти деньги вас спасут. Даже не знаю. Нужно спросить Кинана. А что у него спрашивать? За 2 часа работы платят 3000. Если упустишь такую возможность, будешь очень сожалеть. Греция. Остров Хиос. Кто они? Почему нас остановили? Вон идут. Этот? Начальная цена сетей 100 евро. 150. 150. 150. Продано. Все, сети твои. Что ж, ладно. Хоть сети Махмуда спас. Осталось самое важное. Начальная цена судна 1000 евро. Начальная цена 1000 евро. 1000 евро? Какая 1000? Кастас, с чего это они за старую лодку такую цену заломили? Предложи больше. 1100. 1100. 1100. 1400. 1500. 1550. 1550. Кастас, она все, что у меня есть. Но я ничего не могу сделать. 1700. 1700. 1700. Пять тысяч. Пять тысяч. Пять тысяч раз. Пять тысяч два. Продано. Но мне сказали, что я буду работать на яхте. Я отвезу вас туда. Греция. Остров Хиос. Эй, рыбак. Вы мне? Так ты не рыбак? Ну... Это была твоя лодка? Была моя. Твоя и будет. Что это значит? Не понимаю. Бери и не спрашивай. Зачем вам это? Мне не нужны проблемы. Забирайте свои ключи. Вы купили, вот и пользуйтесь. Забирайте ее, забирайте. Вот только я управлять не умею. Давай, отвези меня, идем. Ничего себе.
Смотри осторожней. Много не стреляй, чтобы никаких разборок и крови. Азиз нам нужен живым. Ты меня понял? Понял. Хорошо. Ну что, ты согласен работать на Хеосе? Пока нет. У меня есть еще одна попытка. Я тут кое-что задумал. Если не выйдет, поеду на Хеос. Только смотри, не ошибись. Я не ошибусь. Наоборот, я устраню ошибку. Точнее, брата. Азиз будет думать, что в него стрелял в Урал. И я позабочусь о том, чтобы он так думал. Подкину нужные сведения. Если ошибешься, тебе конец. Так надо, милая. Так надо. Еще и хозяин казино требует свои 5 миллионов. Единственный способ заплатить ему, чтобы никто не узнал, что я снял деньги, снова взяться за работу. Или мне конец. Добро пожаловать. Спасибо. Может, хочешь чего-нибудь? Все уже готово? Извините, но у меня нет с собой униформы. Тебе не нужна никакая униформа. А гости еще не приехали? Ты моя единственная гостья. Тут какая-то ошибка. Мы так не договаривались. Я не ваша гостья. Пожалуйста, отвезите меня обратно в отель. Не могу. Точнее, не буду. Что значит «не будете»? Отвезите меня обратно. Нет. В этот раз я тебя не упущу. Скажите честно, эта лодка ведь не стоит 5000. Воспоминания, связанные с ней, конечно, бесценны, но как плавсредство... И если вы не умеете управлять ей, то зачем вы ее купили? Мне захотелось. Угомонись. Да ладно. Конечно, вам не нравится слушать, ведь я прав. Вдруг заявили, что она моя, а вам она не нужна. Я же накопил денег и сам пришел. Если хотите ее продать, я бы купил. Все честно. Но вот так, как подаяние, это не по мне. Да и вы сами что будете с ней делать? Это же простая рыбацкая лодка, причем старая. Да и, насколько я знаю, такие, как вы, обычно любят дорогие игрушки. Ты не можешь ехать молча? Вот ведь человек, весь в отца. Откуда вы знаете моего отца? Твоего отца звали Ибрагим. 25 лет назад он спас мне жизнь. Одна бесчестная семья оговорила меня. Оставалось или идти в тюрьму, или бежать из страны. Но раньше нельзя было вот так просто взять и уехать за границу. В ту же Грецию, например.
тем более сбежать. Никто не рисковал меня переправить. Ибрагим, твой отец, привез рыбу к нам в отель. Там мы с ним и познакомились. Не знаю, как он узнал, что я собирался бежать. Он сказал, что верит в мою невиновность. И согласился помочь мне. Твой отец рискнул жизнью ради меня. Незнакомого человека переправил в Грецию и не взял ни гроша. Я знаю эту историю. Папа рассказывал мне, но совсем по-другому. Вот были же храбрые люди. Восхищался я и не догадывался, что одним из них был мой отец. И сегодня я приехал, чтобы вернуть долг твоему отцу. Эта лодка твоя. Пользуйся. Верните меня сейчас же. Или я брошусь в море. Стой, стой, стой. Давай-ка успокоимся. Когда ты меня выслушаешь, то все поймешь. Тогда говорите быстрее, не тяните. Знаешь, ты так молода. Так красива. Я влюбился в тебя. Понимаю, это неожиданно. Если бы ты знала, что я пережил, то поняла бы. Я хочу, чтобы ты стала моей. Хочу жениться на тебе. Да что вы о себе возомнили? Я выхожу замуж через 2 дня. Давайте не будем усугублять ситуацию и вернемся. Я позвоню в полицию, они меня заберут. Не позволю. Нет, что ты делаешь? Не веди себя как ребенок. Чего ты хочешь от меня? Что тебе нужно? Оставь меня в покое, верни сейчас же на берег. В этот раз я тебя не отпущу. Ты выйдешь за меня замуж. Пожалуйста, надень платье. Да ты больной. Надевай давай. Оно простое. Помощь не потребуется. Быстро надевай. Слушайся меня. Ладно, ладно. Надену, но потом ты меня оставишь, отпустишь меня? Смотри, не задень его. Тебе нужно просто запугать. Понял, не дурак. Если я выстрелю в ногу... Черт, хоть бы ты иногда понимал с первого раза, ты должен стрелять мимо. Его единственный враг в Урал Демироглу. Пусть на него и думает. Господин Синан уладит остальное, а ты просто делай, что велят. Зачем вы переплатили за лодку? Никак не могу этого понять. Ты же говорил, что воспоминания бесценны, верно? Значит, деньги не важны. Это он? Вы правы. Извините, я вам с этими вопросами уже надоел. Ты тоже извини меня, если я что-то не так сказал. Будь здоров. Берегите себя. Да, Ибру. Слушаю.
Я надела его. Теперь отпусти меня. Ты не оставила мне другого выхода. Отпусти меня! Нет, не подходи, прошу! Я люблю тебя больше всех. Стой, не подходи ко мне! Прошу, не надо! Не делай этого! Bu sefer seni kaybetmeyeceğim.